Спасибо, приятного времени. Пока нормально, две победы, пока почему неплохо, пока. Что вот. Дальше посмотрим. Может там. Итак, бронзовый призер 6-го этапа северо-западной форелевой лиги. Прокофьев Владислав. Серебряный призер 6-го этапа северо-западной форелевой лиги. Сегодня Кучков Вячеслав. Ему дайте 100 мормышек. 100 мормышек ему дайте. Ну и победитель сегодняшнего турнира – Востриков Александр. Он получает золотую медаль. Ну, как обычно, дипломчик. Папку с результатами засчитать. Набор приманок, собранный экспертом из компании «Акара». Ну и главный приз – кубок. Поздравляем с победой, как ощущение. Спасибо. До, вот, до последнего момента я реально думал, что сейчас вот в финале я проиграю. Ну, потому что у нас с Вячеславом как бы история встреч как бы не в мою пользу. Вот. Да, то есть я вот просто помню последние свои там игры 2-0, там 2-3-0. То есть это в одну калитку. Ну, сейчас вот, скорее всего, значит, подобрал. Ну, и плюс вот как бы здесь сложились просто факторы, что у него был сход, обрыв. Соответственно, это моральное состояние немножко ухудшается. Ну, а у меня, соответственно, там на кураже, условно, вот эти добросы. Ну, да, в этот раз у нас очень как бы сильный состав и много спортсменов из Москвы. Это как бы очень классно и очень здорово, ну, соревноваться с какими-то другими людьми, а не с теми, с кем, грубо говоря, уже привыкли. И мы примерно понимаем, кто как играет. Вот, поэтому, конечно, новые какие-то техники, подсмотреть, кто там на какие блесна ловит. Соответственно, у нас вот два москвича попали в финальную часть, но, к сожалению, там вылетели на 1/8. Вот. Но, в общем-то, интересно. На этом пруду мы вообще первый раз ловим, потому что до этого мы ловили на первом. Здесь вот у нас как бы первое соревнование. Посмотрим. В целом рыба очень как бы хорошо себя ведет. Главное, что на дне нету водорослей и каких-то зацепов, как вот на первом. Потому что здесь дочистили до дна, и, соответственно, можно делать вот эти донные проводки и на резину, и на тяжелые блесна. Это тоже очень здорово. Ну, то есть разнообразие в технике, опять же. Спасибо. Еще раз с победой. Спасибо.